Йоу! Всем привет, всем привет! Меня зовут Максим Шубин. Сегодня поиграем в Shadow Fight 4. Друзья мои, вот он. Shadow Fight 4. Арена. Как вы понимаете, новую игру вроде как бы и не сделали, но зато переименовали арену, и вроде как это четвертая часть. На самом деле, был бой с тенью ВКонтакте в Одноклассниках, был Shadow Fight 2, легендарнейшая игрушка. Shadow Fight 3, в которой я очень мало поиграл, кстати говоря, тоже можно, в принципе, его как-то пройти. И Shadow Fight Arena. До недавнего времени просто Arena Shadow Fight Arena. Теперь это Shadow Fight 4. В принципе, это четвертая игра в серии, поэтому достаточно логично, что ее называют Shadow Fight 4 Arena. Ее буквально недавно переименовали. Что-то в самой игре поменялось или нет? Давайте как раз таки это и посмотрим. Ну что, друзья мои, вот какие-то первые акции. А вот как выглядит Shadow Fight 4 Arena в менюшке. Что у нас здесь есть? Вот, собственно, наш профиль. Давайте начнем, собственно говоря, с верхнего левого угла и дальше. Значит, здесь настройки у нас. В принципе, здесь ничто какое-то, что-то нового я не вижу. Можно выбрать, в принципе, язык. Я сейчас, кстати говоря, изучаю английский язык. В принципе, могу выбрать английский язык. Не знаю, смогу ли я все здесь, конечно, понять. Preferences, control, account, settings. Нет, все-таки лучше оставлю русский, раз я говорю на русском. Вы, я думаю, тоже говорите на русском, раз меня сейчас смотрите. Так, значит, вот наш дан, по-моему, уровень аккаунта. Четвертый, собственно, Максим Шубин, меня так зовут, все как бы логично, все правильно вроде как. Дальше это поддержка, нет, это обсудить игру, дальше поддержка. Дальше, сейчас я, собственно, дальше вы можете видеть какие-то огоньки. Это какая-то, наверное, опять энергия, это опять какая-то хреня. Это монетки, собственно говоря, 7242 монетки. И кристаллы, 680 кристаллов. Дальше можно видеть ранг 8. Также есть рейтинговые бои 1 на 1. Это вроде как ты с реальными людьми бьешься, что прикольно на самом деле. Арена 1 на 1 вот есть. Арена 3 на 3 против друга какого-то конкретно, против ИИ. То есть, судя по всему, реально это с какими-то реальными людьми бьешься. Это прикольно на самом деле. Против друга. Допустим, 1 на 1. Создать, то есть ты что-то там креатишь. При желании вы можете отключить таланты, понизить уровень героев до минимальной и отключить уровень аккаунта для обоих игроков, поставить галочку ниже бой на равных. Вот, собственно, какие-то такие штуки можно сделать. Короче, это на самом деле сейчас я не смогу протестить, потому что нет у меня друга, который бы сейчас играл в эту игру. Так, друзья мои, Легион в огне. Ну, давайте посмотрим, что здесь интересно. Войти, нажимаем войти. Значит, что здесь? Главы, хроники, награды. Награды у нас пока что никакие, судя по всему, недоступны, потому что мы еще ничего там не прошли, по большому счету. Хотя я уже несколько боев сыграл. Войти. Так, ну давайте посмотрим. Морозный дебош. Теневой разум приготовил новое испытание. Его шепоты привели вас в заснеженные леса Легиона. Совсем неподалеку от столицы. Говорят, что в полночь врата временного склепа будут открыты. Отважного президента ждет загадочная награда. Но все ли так просто на самом деле? Ой, уверен, что не все так просто, друзья мои. Совсем не все так просто. Итак, вот, собственно, это что за реклама просто? Что за хрень сейчас была? Ну, если бы как бы моя реклама, то она великолепна, шикарна, но нет. Ваши самоцветы, друзья мои. Вообще, это что такое? Короче, вот наш герой. Ну, давайте возьмем, наверное, этого парня. Мне как-то он больше нравится. Прогресс героев. Это Линк, если я не ошибаюсь, опять же. Вроде это Линк. По-моему, это Линк. Короче, в бой. И вот, собственно, вот эту энергию какую-то мы используем. Это самоцветы, наверное, называется. Вот сейчас мы десяточку как бы заюзали. Сейчас посмотрим. Ребят, я буду играть с помощью вот такого геймпада. А вот можно на клавиатуре играть, можно на мобилке играть. С помощью сенсора, соответственно, управления я буду играть с помощью вот такого геймпада, друзья мои. Посмотрим, что из этого получится. Так, мы загружаемся. Линк, Рональд. Рональд против Линга. Ну что, Линк пьет какое-то средство. Не знаю, какое, для потенции, что ли. Эйприл, какие бы коварные планы не замышлял теневой разум, ни один уважающий себя герой не упустит возможности проявить себя в одном из испытаний турнира. Эйприл, но ни один герой также не ожидал, что вокруг так называемого тайного склепа соберется так много народу. Линк. Теневой разум и его загадки. Интересно, зачем он все это делает? Ну что ж, придется сражаться. Я покажу этой малышке, почему раньше меня называли Серебряным Драконом. Ну погнали.
О май гаш, что так начинаешь, ты жестко? Ты кто такой? Василий Михайлович, я надеюсь, ничего не глючит, как бы все нормально. Ну, у меня чуть-чуть как будто бы FPS просел, как будто бы, не знаю, может быть, мне кажется. Кажется, что-то сломалось. Кажется, ты сломался, братан. Я понял, понял, понял. Рональд, друзья мои, Рональд. Ну что, в принципе, мы уверенно прошли первый раунд, но тем не менее. Нашими героями нужно было продержаться до полуночи, чтобы получить награду. Задача не такая уж и сложная, если все противники будут такими слабыми. По крайней мере, так думал наш герой. Ну что ж, в принципе, хороший, в общем-то, раунд был. Выберите новый бонус. Вы наносите больше теневого урона, критический урон повышен. Давайте эту штуку выберем. Знак Пумы. The second round. Смотри, Боба. Ну что, по файту? О май гаш. Очпонькали. И давайте еще разок. Нет, не успели использовать теневой разум максимально. Вот этот пацан вообще кайфовый. Линк, лайк мой, просто лайк, ребят. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Кстати говоря, ребят, если вы хотите продолжение, вот, собственно говоря, роликов по Shadow Fight 4 Arena, то давайте наберем хотя бы 100 лайков. Ребят, пожалуйста, поставьте лайк со всех своих аккаунтов. Расскажите друзьям, просто скиньте им ВКонтактике, в Одноклассниках, не знаю, чем вы пользуетесь, в электронной почте, голубиной почте. Просто скиньте им этот ролик, пусть они тоже заценят, лайк поставят, и мы продолжим. Знак Пумы. Давайте вот эту штуку выберем. Ну, наконец-то. The third round. Fight. Я не буду церемониться. Ну, не церемонься. О май гаш. Чёртовы лестники. Чё ты там против лестников сказал, а? Ну, где он? Ай, полегче. Что это за прорыв энергии? Good job. Ну не perfect, конечно, но тем не менее неплохо, друзья. Слушайте, какая графика, ребята. В 2К вы можете это все наблюдать, в 60 кадров. Это вау. Вау, просто вау. Скачки, прыжки, перекаты. Окей. Round the third. Я надеюсь, правильно принес. Четвертый, потанцуем! Ну давай, потанцуем, 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 ну давай, 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 давай. Нет, первый удар. Шикарно. Ух ты, как прыгать умеешь, оказывается. Потрясающе. Опа, как тебе борцовский прием, мужчина? Как тебе такое, Илон Маск? Привет, лайки, комментарии, подписки. Неплохо, соленого, так сказать, посолили соленым. Окропили солью данную землю. Поиск артерии. Снайпер. Урон дальних атак повышен. Техника наковальни. Ваш такие имя сейчас будет. Ну давайте вот эту штуку, да, давайте. Round the... Фуф. Я не знаю, как пять. Пятый. Ладно. Пять раунд. Пять раунд, нормально. Я же так по-русски говорю обычно. Очконькали немножечко. Промазал. Хороший борцовский прием в стиле Хабиба, наверное. По башне. По, ну, блок, блок. Гарибал. Ну, в принципе, все. Довольно-таки уверенно, нервного мы успокоили, так сказать. Как здесь хорошо-то получилось. Нервно успокоили, шикарно. Техника подлечка успешно тяжело. О, вот то, что восстанавливает здоровье, давно уже пора. Давно уже пора. Раунд шестой, поехали. Итак, победитель. Это что за болван? Один за другим враги пали от руки нашего героя. Но расслабляться было рано. Из толпы безмозглых болванов вышел болван поумнее. Я не дам такому ничтожеству, как ты, пройти через врата склепа. Лучше беги, если не хочешь стать горсткой пепла. Странный маг,
уже вермотал заклинание себе под нос. Кажется, у нашего героя появились серьезные проблемы. Поехали. Поехали. О, можем сразу начать. Красоты какой-то. Твои попытки. Тщетные. О май гаш, что за хуй? Ты чё, Mortal Kombat переиграл? Что это за Mortal Kombat-ские, так сказать, приемы? Май гаш, да, нормально. Вот это мне нравится, когда он такой, знаете, с подсветочкой. С подсветочкой вообще всегда прикольный. А он такой уже, как бы, такой хардовый. Немножечко. Самая малость. О май гаш. О, ес. Айба. Неплохо. Оу, что за хуман? Пошел ты в жесткую непонятную ситуацию! Отошел! 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 Давай, чпокай его! Как тебе такое, болван, поумнее? Оу, ес, друзья мои! Оу, ес! Невозможно! Моя магия не справилась с таким ничтожеством! Но я должен доказать свою силу чемпиону теневого разума! Чемпион теневого разума? Нашего героя было много вопросов, но побитый бедолага не мог на них ответить. Пришлось оставить его бормотать свою чепуху в снегу, ибо орда озлобленных бойцов уже подкрадывалась со спины. Ничего себе, друзья мои, ничего себе. Выберите новый бонус. Успешно так и восстанавливаю здоровье техника вампира. Да, это то, что нам нужно. Раунд 7. Упрямый день. Ну погнали. Неплохо. Что это за хрень, которой у меня нет? Кстати, я что-то одно оружие вообще не использую. Неплохо, неплохо. Классики, по классике, по классике, по классике, по классике, по самой лампе. Ой, шикарно. Ой, шикарно, друзья мои. Давай, 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 давай. Вот эту еще штучку, трючечку. Вот это я понимаю, вот это красота. Вот это просто... Как тебе такое? Упрямый Дэйн, друзья мои. Аплодисменты и ставьте лайки уже, ребят. Ну, поставьте, пожалуйста, лайк. Что вам сложно, что ли? Комментарий напишите позитивный какой-нибудь. Типа, чувак, ты великолепен, я тебя люблю. Ну, вот что-то вроде того можно. Итак, сенсей атаки в блок могут нанести критический урон. Ну, техника нагревания... Меньше шанс пробить блок противника. Ну давайте вот эту штуку как раз таки техника атакования. Бэм, 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 бэм. Раунд 8. 8. 0, 8. 8. Ну погнали, короче, сделаем красиво. Чтобы отсюда было зиро. Давай. Блок. Хорошо. Ты что такой заблокированный? Батя в здании Perfect Round, ребята! Делаем красоту, делаем красоту, делаем красоту! Ставьте лайки, Влад Василёк, сорян! Это Perfect Round, Perfect, Perfect! Yep! Вон, ветер, скачки, критический урон повышен, ваши атаки меньше шанс... Да, вот эту штуку, мне, в принципе, нравится техника наковальни, это мое дело! Раунд 9. Окей, 9 раунд, приступим. Давай. Эль, полегче, мужчина. Я за вами буду в этом раунде. О, полезно. Но он перфект. Честно говоря. Меня сейчас чпокнули. В воздушном, так сказать, бою. Чпоник. Прекрасно. Я не буду энергию надо использовать по красоте, друзья мои. Естественно. Делаем по красоте, делаем красоту, делаем. Что-то пробить тяжеловато ее получается, реально. Прям такой защищенный. Бу. Ой-ой-ой. Сейчас было бы красиво, если бы мы его чпокнули, но не чпокнули. Поэтому было некрасиво, друзья. Но тем не менее, в итоге мы все-таки побеждаем. Да, non-perfect, non-perfect round. Но тем не менее.
лайки, комментарии. Билл Старший! Ну что, Билл Старший, вообще когда-нибудь закончится это? Я что-то уже какой раунд? Критический урон повышен, урон тяжелый. Каждый скачок, прыжок повышен, урон тяжелой атаки. Ну давай. Техника булыжника, друзья. Раунд 10. 10 раунд, Самуэль. Ну что, выпили, так сказать, горячительных напитков. Ну и давай по красоте. Отчпухаем пацанчика. Что это, так сказать? Ты какой? О, майн! Кайф. Огневая энергия, конечно, неплоха. Я почему всегда ее? Самуэль. Нормальный будет, нормальный. Ну что, неплохо, друзья. Мы выберите бонус. Слушайте, это что, бесконечный какой-то вообще режим или что? Техника булыжника по шнуродеровой атаке. Воин севера критические атаки завораживают. О! Война бесконечность. Ну давайте эту штуку попробуем, я еще не пробовал. Раунд, друзья мои, 11-й победитель. Джефф выживала. Блин, один странный, то есть бесконечная штука вообще просто. Ой-ой-ой. О, май. Ну, можно и так, в принципе. Отчпокать его, пацанчик. О-о-о. Это, конечно, было не самым таким радостным для нас. О, май. Так, немножко, немножко, ножками, ножками. Давай. Хорошо, сейчас ножками. Ну, такой себе. В принципе, нормально. В принципе, сойдет. В принципе, хорошо. Хорошо. Вот это хорошая атака у нас может быть. И давай вот эту. Не-не-не, тут чисто как бы у нас четкая оборона, все в смысле. Ну что, в принципе, неплохо. Джеффа выживала мы тоже, как говорится. Натянули на кулак. Техника выброса, повышенную ваш урон атак ногами. Покоя, стоя на месте, вы восстановите здоровье. Ну это нормальная тема, на самом деле. Нам как бы стоит все-таки восстанавливать свое здоровье. Стоя просто на месте, просто стоя на месте. А, штрафник, линк. О, майн. Мне нравится графика, кстати. Кайфовая. Очень кайфовая. Солнце спряталось за горизонт. В воздухе повисла тяжелая атмосфера сильной теневой энергии. Кто следующий? Эй, старик, а ну подставляй челюсть, и я собираюсь ее выбить. Времени не было. Коренастое тело с ног до головы, облаченное в доспехи, готовилось к атаке. Ну что, поехали. Начинай считать свои зубы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. Ладно, это слишком сложно во время этой схватки. Немножко. Самая малость. Самая малость. Такой чпоньк. Нет. Что-то как-то тяжело по нему попасть. Такой прям неплохо. Так. Еп. О май гаш. Прям держит это дистанцию, тяжело на самом деле подойти порой на необходимую дистанцию. Воу, воу, воу. Тебе хана. Один, один остался, один остался. Что? Нет, я, конечно же, не буду продолжать, но... Что могу сказать? Было эпично. Но все-таки нокаут, друзья, все-таки нокаут. Да, дружище.
Без синяков ты не обойдешься. Передай своей маме, что мне очень жаль. Наш герой был силен. Наш штрафник оказался сильнее. Боже, какая печальная история. Может, не стоит почитать ту, где герой побеждает? Ну что, может быть, друзья мои, может быть. Глава первая, морозный дебош, 12. Ну, по-моему, это достаточно неплохой результат. Успешно используйте теневой прием 6 раз. Кайф. Плюс 150 серебряных каких-то монеточек. Ну, может быть, что-то это и ценное. Так, собственно, чё, где мы вообще? Мы в главе первой. И чего? Получите доступ к этой главе, получая звезды в предыдущей. То есть какие-то надо звезды получить. А, честно говоря, прогресс героев. То есть, ну смотрите, вот прогресс героев. И что здесь? Типа надо все раунды пройти или что? Я, честно говоря, не совсем понимаю. То есть надо за всех героев что ли поиграть? То есть, ребят, напишите в комментариях, если вы поняли, в чем здесь суть. То есть я вижу какие-то вот эти отметочки, какие-то вот эти звезды, прогресс героев. Я не знаю, надо за всех этих героев что ли поиграть или что? Какой здесь как бы смысл-то всего этого? Честно говоря, не совсем понимаю. Ребят, если вам понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, друзьям рассказывайте, колокольчик нажимайте. И давайте, ребят, уже наберем хотя бы 100 лайков, чтобы вышло продолжение данного, так сказать, данной истории, данной игры. Всем удачи, всем пока!